Живе Беларусь! Слава белорусским героям Андрею Зельцеру и Роману Бондаренко и всем героям, имена которых мы не знаем. И вот хотел бы обсудить такую вот трагическую новость, которая пришла из белорусско-польской границы сегодня, 16.11.2021 года, был тяжело травмирован польский солдат, фактически который сейчас отдает свое здоровье во благо всей европейской цивилизации, всего Европейского Союза. Он получил травму тяжелую черепно-мозговую от попадания камня или еще какого-то предмета, кинутого нелегалами в него. Хотел бы пожелать ему всего только наилучшего, здоровья ему, старейшей поправки, без каких-либо последствий. Все больше и больше жертв от того, что затеял Путин вместе с Лукашенко. Надеюсь, что это скоро прекратится, хотя сомневаюсь очень сильно. Живе Беларусь и силы, терпения польским солдатам, польским пограничникам.